Мы одна команда. Ждут нас приключения. Мы спасем зверей. Полетим скорей. Мы Эмма, Джия, Тим и Мэтт. Если где-то вдруг беда, Битроникс, мы поможем вам всегда. Битроникс, ждут нас новые друзья. Битроникс, команда Битроникс. Битроникс, за дело. Битроникс, себя. Битроникс, за. Битроникс, готов. Макс Мут. Битроникс. Миссия: спасение снежного барса. Парни, наша задача — поймать снежного барса. Его называют призраком гор. Мы ловим призрака, босс. Нет, снежного барса. Но их трудно найти. Вот для чего нам это. Ой, а что это, босс? С помощью нового радара я могу найти любого зверя поблизости. Умный ход, босс. Ой, их сразу трое. Это мы, болванты эдакий. От меня не спрятаться, барсик. О, смотрите. За ним, парни. Скоро все смогут увидеть этого кота в моем зоопарке пушистых зверьков. Кис-кис-кис-кис-кис. Да! Четыре черепахи, пять черепах, папе, шесть черепах, сюда! Семь черепах, восемь черепах, девять черепах, десять! Кто не спрятался, мы не виноваты. Пора, не пора, идем со двора. Джия, Китти, папе. Папе, ты выдал нас! Надо было прятаться. Он не виноват, он просто не понял, верно? Животное в опасности. Отложим. Команда Питроникс к патрулеру. Ребята, мы сели в Гималаях. Узнаем, в чем дело. Дэнни Капкан! О, злодей! Он поймал миленького снежного барса! Для своего зоопарка. Не беспокойся, мы спасем твоего друга. Тим, Джия, вы поможете нам из штаба. В снежных горах может быть туман. Конечно! С нами не заблудитесь. А я поеду с тобой. Класс! Команда Питроникс, вперед на помощь! Помчали! Мэтт, Эмма, Капкан и его помощники едут в лагерь. Перехватите их, пока они не приехали. Да, туман все сильнее. Понял, едем. Здесь как-то жутковато, босс. Тихо вы, трусишки. Радар пищит. Ой, надеюсь, это не призрак гор. А, это назойливый Питроникс. Вперед, устроим им ловушку. О, в таком тумане ничего не видно. Придется пешком. Не беспокойся, это туман. Бояться нечего. Тим, Джия, вы знаете, где сейчас капкан? Да. Осторожно, он совсем рядом. Как он нашел этого барса? Их называют призраками гор. Что он сказал?
Джия, Тим, повторите! Он сказал, что снежных барсов называют еще и призраками гор. Он сказал призрак? Он точно сказал призрак. Папи, что с тобой? Папи, стой! Что ты делаешь? Вернись! Ха. Взять его! Папи! А? Ловушка! Нет, это капкан! Взять их! В чем дело, команда Петроникс? Связаны по рукам и ногам? Слишком просто. Чтобы остановить Дэнни Капкана, придется постараться. Не бойтесь, я спасу вас. Активировать термозахват. Все в порядке? Спасибо, Мэтт, все хорошо. Но этот снежный барс в беде. А ты, папи? О. Команда Петроникс, говорит штаб. Прием! Слышим вас громко и четко! Говорите! Связь пропала из-за сигнала, но мы усилили сигнал! Что случилось? Этот злодей Капкан поджидал нас! Папе испугался, узнав, что тут призраки, и угодил в ловушку! Призраки? Я говорил про снежных барсов! Их называют призраками гор, потому что они хорошо скрываются в снегу! Ясно! Все в порядке, ты просто не так понял! Бояться того, чего не понимаешь, это нормально! Лично я не понимаю, как Капкан узнал про вас. Джиа, может, камера что-нибудь записала? Вот, Капкан подкараулил вас с помощью какого-то радара. И вот как он нашел снежного барса. Хитрюга! Джиа, ты можешь заблокировать его радар? Сейчас. И... есть! Класс, спасибо! Так как мы спасем снежного барса? Ну, нам придется как следует спрятаться. Прямо как призраку гор. А вот незадача. Радар не работает. Ждите здесь, пока я его ремонтирую. А может, его сломал призрак? Хватит болтать. Призраков не бывает. В общем, мы спрячемся. И напугаем их. А потом спасем барса. Активировать звуковые диски. Кто здесь? Ай, Джо. Давай. Супер пианофон. Кто здесь? Кто здесь? Кто здесь? Кто здесь? Ай, да что вы там делаете? Я работаю! Ха! Твой черед! Поняла! Теперь костюм призрака! Джо? О, куда ты делся? Радар не починить. Так, где эти трусишки? Наверняка прячутся от призрака. Но я не из пугливых. Мо, Джо, живо сюда! Собирайтесь! А теперь следующий шаг. Петроникс Максмод! По местам! Мо, да где же эти олухи? На месте! Внимание, штаб! Мы готовы! Джо? Мо? Опять воет! Давай, Китти! Что происходит? Что, думаешь, испугал?
покинуть лагерь! Улетаем! О, нет! Кто это? Вперед, жуткий свет! Отлично, Китти! Спасем снежного Марса! Вперед, липкая лента! Режим полета! Активировать супертрос! Давай полетаем! Барс у меня! Можешь отпускать! Так точно! Животное спасено! Миссия выполнена! Я вижу вас, Эмма и Китти! Что ж, я нашел почти всех, кроме Папи. Где же он? Думаю, он где-то неподалеку. Прятался прямо у нас под носом!